Мы на месте. Мы приветствуем Николая, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он готов, доверь. Хорошо, я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Николая, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Николая, находит все. Трудно сканировать, он, знаешь, на него как вылили что-то, типа гудрона. И у него все свисает с него, с рук, с головы. Хорошо. Давай сделаем так. Включаем внутренний белый свет Николая. 1, 2, 3. И этим светом Николай отторгает, выдавливает из всех своих 7 тонких тел всю эту черную массу. 1, 2, 3. Масса выходит и формирует до последнего микрона, до последней частички выходит и формируется большой шар перед ним. Сканер помогает. Да, готов. Отправляю шар в клетку тюрьму. Так лучше? Да. Ну, ящер пришел к этим энергиям, и у него разбалансированы все энергии внутри. Ящер. И волдыри были от ящера. Хорошо. Еще есть кто-то? Нет. Один канал. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Ящер представляет в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Если ящер с кем-то связан, притягивается и все остальные ответственные. 1, 2, 3. По каналам стоят в клетке тюрьмы. Никого. Считай цифру ящера над головой. 802. Хорошо, ящер. Николай, вот кто, так сказать, ответственен за этот... массу черную, которую вылили на вас. Непонятно, почему. Сейчас спросим ящер, что это такое? И как давно ты присутствуешь в биополе Николая? Очень яркий свет был. Вы чиститесь, но понятия не имеете, что делать с этими энергиями. Ваше любопытство приводит к тому, что вы привлекаете нас. Чистите свои энергии, заправляйтесь ими, но не готовы их защищать. Угу. Сколько ты находишься в его биополе? 3 недели. 3 недели. Ты был ответственен за эти волдыри, которые у него по телу были? Это реакция организма. А болезнь, вирус, грипп? Тоже реакция организма? Нет, это не я. Засоренное физическое тело пыталось справиться с новыми энергиями и потоком родных энергий. Угу. У вас есть инструменты, чтобы защищать их, помогая физическому телу избавиться от болезни. Вы же принимаете это как что-то отрицательное. Хорошо, я спрашиваю Николая. Сейчас вы слышали информацию о причине подключки 3-недельной в вашем биополе. Вы хотите что-то сказать? Понял, я работать над собой надо. Абсолютно верно. Хорошо, даем тогда, сделаем реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Николая спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Николаю. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить, возвращается назад. Пошел мощный поток. А что это за масса, которую ты вылил на человека, ящер? Вот это черное, что это такое? Энергия приглушающая. Потоки, делающие все тела обтекаемыми, автоматически собирающие энергию внутри, как пленка. Это не дает человеку думать об энергиях и тонких телах, потому что физическое тело занимает весь его ум и возобновляет привычки, знакомые ему, физическому телу. И на всех ты можешь накинуть эту жидкость, эту массу? Я ее использую только в чистых потоках энергии, когда они открыты, и человек не понимает. Но ты мог бы на меня закинуть сейчас эту энергию? Нет,
Я вижу твою работу и вижу, что ты знаешь, с чем работаешь. Я уже сказала про любопытство. Это когда человек не вникает, а поверхностно проходит. Когда вы проявляете какой-то интерес и продолжаете работать с этим, да. Мы не всегда вмешиваемся. Но когда происходит любопытство, это заканчивается тем, что тела остаются чистыми, но никакой работы не происходит. И вот здесь мы пользуем эту энергию. Хорошо, все понятно. Реверс закончился? Посмотри вверх. Да. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы, и в порядке реверса Николай забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, возвращается назад. Выливая эту энергию на тонкие физические тела человека, этим мы блокируем поток энергии, и энергии, находящиеся внутри, начинают хаотично двигаться, смешиваясь и принося дискомфорт физическому телу. Понятно. Он вернул просто все энергии по чакрам, которые отток которых он делал, закончился реверс. Хорошо, ящер, ты что-нибудь оставил еще в биополе? Николая, посмотри. Пока нет. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Николая с ящером и этой жидкостью. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо, включай внутренний белосвет Николая. Николай, выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, а также все остаточные негативные энергии от ящера. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, формируется перед Николаем шар. Маленький шарик. Открывается портал в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. На счет 3 Николай сделает импульс высоковибрационного шока удара и отсечет от себя все каналы к интерференту. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. И канал, один канал или несколько улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, мы здесь закончили. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. На связи. Посмотри, пожалуйста, у меня, в принципе, нет проблем с ним, но, может быть, по твоей части что-то там есть. Отпускай. Благодарю тебя. Хорошо, ящер, готов уходить? Готов. Хорошо. Так, эта масса черная, под ней открывается портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте ящера. 1, 2, 3. И ящер уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Николай, мы закончили. Сейчас заправим вас энергиями. Посмотри, пожалуйста, сколько Николаю нужно энергии и какая частота вибрации. 326. На счет 3 макушку головы Николая начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готов. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готов. Хорошо, Николай, мы закончили вашу проверку. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Учтите, все эти замечания вам пересылали после сеанса наш администратор. Все ссылки, где на нашем канале находятся обучающие видео. Там и про защиту, и про все остальное сказано. Если вы не будете делать эти ящеры, с удовольствием будет приходить на чистые энергии, если вы их не будете защищать. Вы это понимаете? Теперь вижу сам. Ну, надеюсь. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Николая в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой зелёнке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.